И вновь победа. Со счетом 1-0 команда Тосно обыграла Нижегородскую Волгу. Матч 32-го тура первенства России по футболу среди команд футбольной национальной лиги прошел в Тихвине на стадионе Кировец. И соперник достаточно тяжелый для нас. Это Нижегородская Волга. Команда, которая еще в прошлом году участвовала в первенстве в чемпионате премьер-лиги и покинула его, поэтому уровень соперника этим самым подчеркивается. И с учетом того, что матч первого круга, который был сыгран в Нижнем Новгороде, победила все-таки «Волга», в команде есть и определенные реваншистские настроения. К этому матчу тосненцы готовились в штатном режиме. Тренировки проходили в Тосно, на поле с новым искусственным покрытием с подогревом. Единственный минус – дорога. На нее уходит полдня с учетом пробок. Но спортсмены готовы закрывать глаза на трудности ради цели – повысить уровень в классе. Основная масса – это ребят, которые пополнили наш клуб уже по окончанию ФНЛа, перед этим сезоном. Мы провели и летние сборы успешно, и зимой хорошо поработали. Микроклимат хороший в команде. И все делать для того, чтобы завоевать путевку в премьер-лигу. Хозяева поля с первых минут проявили инициативу. Единственный гол ворота нижегородцев забил Станислав Прокофьев на 45-й минуте игры. Регулярный чемпионат продлится до июня. Здесь же, на стадионе Кировец, Тосно сыграет с Оренбургским «Газовиком». По окончанию матча станет известно, получит ли наша команда путевку в премьер-лигу.